Так может. Пойдет отлично. Чтоб не было просто с шортами. Если есть возможность, перейди, отдаем ножки, желательно. Не затягиваем с передачами, побыстрее думаем, принимаем решение. Давайте, ну в принципе, нормально. На сборе был, давайте так, его сыграем. Давайте, все отдаем. Давайте, давайте, пасик, пасик. Ага. Давайте, добавим. Потащи, потащи, потащи. Да, мне с ними. Он не ставит эту фигню. У меня вроде до этого было лучше. Это Лёха капитанил, нормально было? Да, вроде ничего. Можно попробовать, пусть Лёха опять покапитанил. Может, Лёха надо будет, да, попробовать. Давай, давай, давай. Да ладно, такой. Ну, ближе к нам. Ага, хорошо. Спокойно, спокойно, прям идем. Ага. Вот, центр. Хорош. Сам сев. Так, сам. Все. Ничего. Давайте, мы нахуй. Нормально. Так же, так же. Стараемся. Ближе, ближе к нему. Хорош, хорош. Выбить. Хорош. Аккуратно. Угу. Центр смотри. Ага, дальше можно Женя забегать. Ладно. Ну, это в борьбу был бы, на самом деле, да. Ну, там Женя был у тебя, ты мог отдать. Ну, да, да, да. Рискнуть решил. Центр, да? Паша? Ага. Ну, ладно. Не выдвигайся, я на него пойду. Да что такое, чё? Хорошо, давай, 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 писай на фанге. Ну, куда, куда, куда сместились? Да? По зону, внимательно. Да что? Хорош. Всех вперед, попробуй закинуть там, просто. Да там не было никого, ну, там опасно было. Не да? В одном, не в одном. Давай, давай, давай. Хорош. Нормально, нормально, нормально. Пиш? А, спокойно. Такое себе. Нормально, нормально. Поднимай, спокойно. Бра. О, блядь. Хорош, вот это. А, не выкинул, слава богу. Рано принял, сожрал. Крути, крути. И выбить. Конечно, хорош персонал. Молодец. Все спокойно. Окейте. Что за анимация? Ему? Ага. Хорош. А второй? Ага. Точно. Ну, ну а что вдвоем там все-таки? Ага. Он, хорошо. Фонг. А дальний буду. А. Хорош. Ой, блядь, да ну нахуй! Ну он заранее сместился, на самом деле. Нет, тут дело не в том. Да, да, да. Угадал он, угадал. Нет. Что-то вы ждали не бить, типа. Ну, шаг да. Сделал один, по-моему. Чё? Ну и удар не сильно был сейчас. Ай, блядь. Эх, блядь. Это... Блять, я с этим заблокировал меня, урод, блядь. Давайте играем, играем. Потащи, Паш, пока. Камбэк из Реал. Сам, сам. Сам, да. Ну, кому? Там никого нет. Там... Попробуйте пробить, уже в штрафную бейте.
Ну, может, отскок какой-нибудь взлетит. А, блядь, как долго. Ай. Сука, три раза нажал на пас. Он так и не отдал. Давайте, парни, аккуратнее. Давайте. Ну. Ага. Хорош. Анжели. Хорош. Спокойно здесь. Там чуть раньше. Я с ним. Вперед. Ой, блядь. Аккуратненько-то хотел, он всю дурь уебал. Нож кидай. Бля, что за обработка-то? Да, странно вообще, конечно. Ребят, внимательнее. Вот. Ну, видимо, он на скорости бежал, я не знаю, другой раз. Не забегайте, сейчас играем спокойно так же. Только побыстрее играем. Пас. Ага. Я забегу, смотри, Паша. Ай, забрось, бля. Да, блин. Ладно. Угу, все спокойно. Давай, еще. О! Нет. Паш, не аккуратно, лучше пробей. А, Паш, давай тебе пасик. Да, Паш, я тебе. Перед стенкой стань. Перед стенкой. Ага. И он, можно Севе, можно пробить попробовать. Раз, два. Ну, да. Не, зря я тебя пошел. Надо было подальше от стенки, чтобы было пространство для разворота. Нет, ты прям притык, конечно, стал. Я же говорю, просто этот. Да. А, карточку дали, да? Давай, хорош сейчас пойдет. Можно? Долго. Побыстрее чуть-чуть, ребят. Ну. Вот в последней стадии вот мы вроде выходим, и все. Мы вот лишнюю секунду ждем и запарываем. В тайминг не попадаем. Ой, они пихают постоянно все. Забросы какие. Борись. Можно? Дальше. О, отлично. Не-не-не, вот тут вот не надо было. Хавал, да. Тут тебе подождать секунду, наоборот, надо было, чтобы он убежал. Откройтесь, ребят, ну побегайте, подвигайтесь, Андрюх. Блин. Под не бегать. Да-да-да. Знаешь, Пиво, дело в том, что дал, в моменте давал в одну пяткой, чтобы ему скинуть. Подожди. Миш, дай мне пас, я туда вперед выкину. Вместо этого развернулся и просто впередом. Бля. Потерялся тоже. Ну ладно. Ребят, доходим, в принципе, на чужой половине поля нормально. Вот и дальше стопоримся и купим. То есть, в принципе, есть возможность развития так. Вы тогда, если не проходит, не старайтесь одним касанием, откройтесь в ножки и отыграйтесь побыстрее друг с другом, и все. Если они там кроют, уже перекрывают. Давайте сейчас начало тайма надо это пытаться максимум. То есть как бы получается половину поля проходить нормально. Дальше. Пас одного, два, хватает, три. Вовремя отдать и все. И забросики держите, смотрите. Это вот постоянно. Да, что-то у меня подло. Пошли. Давай, Миша, хорош. Пошли. На него же, Хорош. Нормально. Ага. Хорошо. Угу, спокойно. Можно. Всего? Эх. Вышли на них. Давайте. Давайте, долго думать. Хорош. Да, это блядь. Отлично. Тащи. Пойдет. Да, блин, нет. Пойдет, нормально. Давайте, играем. Тащи.
Пасик вон туда. Да, блядь. Ладно. Давай, ревесес, назад. Хорош. Угу. По карте ведь казался маркетинг не докинул. И он центр. Центр, не смей. Ну куда? Блин, там слева было. Я думаю, не выбегайте. Ага. Да, нет. Ага. Хорошо, хорошо. Центр одна. Ага. Дальше. Ай-яй-яй. Ну ничего, ничего. Знаете, без скорости перештрафную уже. Ну да. Вышли, вышли, вышли. Давайте, 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 давайте. Жираем. Давайте, закрывайте, закрывайте, закрывайте. Скантом. Угу. Нормально. Активнее, активнее, блядь, сейчас. Центр что... прям закинул. Угу. Тут камера кривая, прям видит. Ну, отдай кому-нибудь, когда я что-то в плане передай. И он фланг. Ага, можно? Забегу, подожди. Подожди. А я тебя отбывал, типа. Паш, ну не в одну, ну не давайте в одну касание. Не проходит часто. Должен уже понять. Ну, в ножке-то вроде нормально должно быть. Да. Одно касание часто не проходит. И в ножке, и не в ножке. Побыстрее. Побыстрее. Ну, не надо. Нет, парни, ну вы так рискованно делаете. Да, вообще не туда, короче, сорян. Уже время-то капает. А еще много времени, не спешите запихнуть. Тем более, нахуй, вы отдайте пас, бегите все тут сами. Да я не так хотел. Я хотел на крайнего защитника, типа, там, на фланг. Ну, видимо, я кривой. Ай-яй-яй, о, очко поймал. Эх. Нормально. Ай, блядь. Что, у нас главы? Да. А? Так, есть высокие у них? Миш, давай вот сюда. Раз, два, три. Блин. Давай опасно. Жесть. Да. Играем, играем, ну... Просто вот эта FIFA, блять, она может подъебать там именно за момент. Так, время, парни, немножко стоит. Давайте как-то аккуратненько, но верно. Давайте уже выше, все поднимаемся. Все атака, пол защиты и защита. То есть активнее, крайне, пробуйте рискуть, выбегать, перекрывать. Так. Мяч не теряйте, лучше надо разыграть мяч. Вон фланг. Можно? Беги, беги.
Да, бля, не даст там пройти. Закрывайте, закрывайте, закрывайте фланг, закрывайте. Открыть. Привет. На него, на него, на него. Давай, давай, шарп. Хорош. Да, блядь, ну вот кому нахуй? Да. Просто пиздец. Привет. Блин, вроде забрал и не забрал. Выходи, выходи у меня. Вперед. Да пиздец, да что, что нахуй? Сори, что вы там делаете? Да ладно, в целом матч ужасно сыграл, вообще жесть какая-то. А, бля. Да, ничего не смог. Хорош. Хорош. Вот так вы идите. Миш, иди в атаку тоже. Иди, ты поборешься. Ага. Бля, у меня лагает. Пипец. Вперед, закидываю. Не знаю, какая-то дичь творится именно с этой командой. Какие-то этот непонятные битвы. Я знаю, что у нас меня с пасом что-то очень проблемы какие-то возникли резко. А, Паша, у тебя возникли проблемы с пасом, потому что ты пытаешься придумать что-то такое в центре поля. Ты не полузащитник, ты нападающий. Тебе надо играть проще и забегать вперед, и все. Не надо забросы и все остальное. Это не твое. Если ты хочешь забросы, ты... Я забросом делаю, я просто шанизом обрежусь, типа, если опасно. Да почему здесь обрежусь, не обрежусь? Действия напов тут простые. То есть открыться между полузащитой и защитой, отыграть назад, забежать, все. Не надо ничего придумать, никаких финтов и так далее, забросов. Если есть возможность втроем там пройти быстро, ну, цап, два форварда, пожалуйста, идите. Но, блин, вот это вот вообще лишнее. Да, ужасно сыграли. Один удар за матч. Еще говно полно. Я не знаю. Причем, понимаешь, у тебя, ты нападающий, у тебя из 18 передач 11 точных. Куда ты их давал, непонятно. Я сам не знаю. Ну вот, я же к тому, и мы не цеплялись впереди, потому что вы начинали... Ну, как бы мы все сыграли так себе, но я же говорю. Не цеплялись за мяч или где-то теряли его. Так, ну что, еще будем? Мне показалось, что как-то игра поменялась. Типа, мы в сезонах играли в одну игру, сейчас в другую. Типа. Вообще все по-другому. Мы придумывать начали. Все.